Добрый день, дорогие мои друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами своими орхидеями, которые цветут и меня радуют. Сегодня у нас 27 января 2018 года. Как видите, все цветут и зимой, и летом, и осенью. Одни цветают, другие зацветают. Вот моя первая орхидейка, которую мне подарил супруг на день рождения 5 лет назад. Она цвела и радовала. И пришлось ее пересадить. Я вам видео снимала и показывала. Видите, пересадила. Корни пустили новенькие. И корешок я не выбросила, а оставила. И получилась у меня детка такая. Рассадила ее 25.08. Листья начали желтеть, и пришлось мне ее пересадить. И как видите, она у меня зацвела, пустила цветонос и цветет. Такая красивая, сортовая очень. Еще у меня есть вот такая маленькая мини-орхидейка. Она тоже цвела у меня 2 раза. А потом она на 3-й раз зацвела. Видите, как пустила детку сбоку. Уже и корни пустила, видите, большие. С одной и с другой стороны. Но пересаживать ей еще рано. Отцветет, я ее пересажу. И купила такой горшочек, чтобы она дышала. И полил там водичка у нее, как вы видите. Такая орхидейка беленькая, тоже куплена по акции 3 года назад. Она цветет у меня. Цветоносы старые я обрезала на 2/3. Короче, по 3 почки оставила. Где на 2, где на 3 почки. Вот это 1, 2, 2 на 3-й почке. И видите, цветет такой. Вот. Это здесь обрезала, и получилось вот такие 5 штучек цветков. Очень красивая. Новая здесь у меня тоже 1, 2, 3, 4, 5 цветков. Тоже очень красивые цветочки. И старый вот цветонос. Тоже цветут цветочки. 2 только. А здесь новый цветонос. 3 еще дальше будет цвести. Но вот на этом цветоносе я обрезала D4. И только получилось у меня, видите, в одном месте цветет и 2. Лучше обрезать 2-3, ну, когда они подсыхают. Это мой метод. Я так решила, что они лучше развивается, наверное, больше силы получается. Такая у меня еще орхидейка. Старую тоже оставила. И новая. Это новая цветет. Как вы видите, очень красивые цветочки. Цветут, растет. Тоже ей 2 года. Она цвела у меня 2 раза и по 6 месяцев цветет. Постоянно цветут. Это сортовая тоже. Куплена по акции 2 года назад. Видите, какая красивая. Распускались. Еще цветут. Цветков 11 штук. Я ее не обрезала. Старые пасынки. Цветоносы. Пасынки, вот видите, от старой. Старая, я не обрезала. Пасынки и цветочки, как вы видите, не нужно обрезать. Когда начинает засыхать, только тогда надо обрезать. Через 2 или через 3 лучше. Вот видите, пасынка новая. Здесь тоже новенькая пасынка. Здесь тоже со старой пасынки цветет. Видите, вот
И вот, вот этот цветет. Я сделала вывод, что не нужно обрезать. Когда только они начинают засыхать, обрезать. А так все хорошо развивается. Листья тургор очень хорошие моих орхидей. Ухаживаю за ними. Поливаю один раз в неделю летом и один раз в 10 дней зимой. Зимой меньше поливаю. У нас на улице зима. Как вы видите, снег везде лежит. Они цветут. Ну, вроде все рассказала. Если какие-то вопросы у вас возникнут, пишите, отвечу. А так, покупайте по акции. Спасайте цветочки. Любите их, и они вас полюбят. Вот такое видео я вам решила сегодня сделать. Кому понравилось видео, ставьте класс. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. До свидания.